Доброго здравия, уважаемые друзья! Меня зовут Борис Кукс, я являюсь представителем сообщества «Правовед Сибирь». Сегодня я хотел бы вам записать видео о возобновлении рубрики «Выигранных дел». То есть, если вы зайдете на наш сайт, у нас есть такая кнопочка «Примеры выигранных дел». Нажимаем на нее, и вас приносит, значит, на видео, где записаны выигранные дела в пользу человека. Для тех, кто желает отправить выигранные дела в пользу человека, прошу вас отправлять на новый адрес правовед7526@gmail.com. Вы получите вознаграждение за отправку вами дела. 500 рублей. Значит, вот человек оформил в формате Word такое дело. Значит, вот скриншотик и само, собственно, дело, да, сюда вставлено. Можно также в формате PDF. Вот. После публикации мы эти дела размещаем на Google Диск. Выигранные дела, где будет ссылочка на этот, на Google Диск, вот ссылка для скачивания выигранных дел идет. То есть все выигранные дела размещены в один плейлист «Выигранные дела», и будут, кому интересно, будут заходить и смотреть то или иное видео. Значит, по как найти то или иное дело на сайтах судов. Сегодня у нас, значит, Ангарский городской суд Иркутской области. Нажимаем «Судебное дело производства». Выбираем «Судебное дело производства. Гражданские дела». Поиск информации по делам. Здесь можно найти дела по фамилии, также по номеру дела. Вот я уже искал, значит, сегодняшнее у нас дело будет 2-330/2017. Нажимаем кнопочку «Найти». И вот оно у нас выскочило. Вот. Значит, какие важные моменты здесь в этом деле? Значит, открываем движение. Видим, что дело было принято к производству 16 ноября 15-го. Банк подал. 16-го было принято к производству. Значит, человек боролся в свою защиту, так как мы видим, что дело было назначено, значит, заседание назначено на 16 декабря 2016. Значит, запросили требования доказательств. Потом назначено на 16 января уже 2017 года. Заседание отложено иные причины. И, значит, здесь судебное заседание окончательное было 3 февраля 2017 года. Вынесено заочное решение по делу отказано в удовлетворении иска, заявления, жалобы. Значит, что какие здесь самые важные моменты? Значит, банк, Газпромбанк, подал на человека в суд о взыскании задолженности по кредитному договору за умершего человека. Но исходя из установленных обстоятельств, применительно к требованиям действующего законодательства, регулирующего спорные правоотношения сторон, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска, поскольку истцом в материалы дела не представлено доказательств подтверждения наличия и размера наследственного имущества, оставшегося после умершего такого-то наличия наследников, принявших наследство,
которые должны были бы отвечать по долгам наследодателя, в том числе доказательств принятия наследства ответчиком такого-то. Учитывая, что в утворении иска отказано, отсутствие основания, предусмотренное статьей 98 ГПК РФ для взыскания в пользу истца судебных расходов. На основании изложенного и руководствуясь 194-199 и 233-235 ГПК РФ, суд решил в утворении иска акционерного общества «Газпромбанк» к такому-то наследственному имуществу умершего такого-то взыскания задолженности по кредитному договору судебных расходов отказать. То есть судья Куркова, я так полагаю, добросовестный судья, добросовестно провела несколько заседаний и вынесла решение заочное по гражданскому делу в пользу человека. Вот. То есть на этом я хотел бы сегодня закончить. Пожелать всего хорошего. Присылайте выигранные дела на правовед 7526@gmail.com. За что вы получите вознаграждение 500 рублей. Сразу же реквизиты отправьте, куда бы вы хотели получить вознаграждение. Всем всего хорошего. Благодарю за внимание.